Что-то Рейзер недоволен. Небось, надеялся, что больше тебя не увидит. А по мне так и славно, что кто-то ему встал поперек горла. Продолжай в том же духе. Thank you.
всех сторон, взгляни на карту. Там отмечены всякие здоровые, но непрочные конструкции, в которые можно с грохотом врезаться. Держу пари, они рухнут прямо на тех, кто за тобой. А даже если нет, копам все равно придется остановиться.
Поступили жалобы на превышение скорости. Нарушитель ехал на запад. Мимо Heritage Heights. Экипажам в этом районе внимание. Что-нибудь еще известно? Это... К сожалению, приметы точно неизвестны. Ждите. Вызов принят. Готов направиться на переход. На экранах.
неплохо. Теперь слушай. Рейзера здесь нет. Он в другом районе. Придется добираться до него через черный список. Тебе надо засветиться во всех районах. Сперва Розвуд, потом Кэмптон-Бич и, наконец, самое правильное место – Рокпорт. Пока один район не укатаешь, в другой хода нет. Так уж заведено. И забудь про поговорку «Тише едешь, дальше будешь». Бывай! У нас так. Чем больше копы дают за твою голову, тем круче. Если ты популярен у них, ты популярен у нас. Для тебя открыт путь в черный список. Обидеть копов просто. Чем больше погонь, тем толще твое дело. Главное не попадаться. Бегай от копов, нарушай правила, и скоро ты станешь знаменитым. Диспетчер. Увидев мигалку, он дал по газам. Иду за ним. Свидетель сообщает, что объект следовал на юг через развязку Кампу. Начинаем отцепление района. Передаю вызов на пост 2. Thank you.
Эй, крутой. Погляди. Видишь эту фишку? С ней ты можешь залезть в полицейскую базу данных. Посмотрим, что у них есть на тебя. Чем толще твое дело, тем дороже им обходится твоя голова. Скандальная известность — то, чего мы хотим. Нифига, что это ты добыла? Это не для тебя. Ну, спасибо. А ты наглый. Но чтобы остаться в списке малодной наглости. А если совсем обнаглеешь, с тобой могут случиться неприятности, правда? Что, опять несчастный случай? Мия, я не понял, что у вас с этим типом, но я разузнаю. Не могла же ты в него втрескаться. Наверное, ты хочешь что-то с этого получить. Я прав, верно? Скоро вы будете квиты. Я пошла. Позвоню тебе потом. Вот это да! Тест тебя явно недооценил. Не дай бог, ты сам однажды так ошибешься. Ну все, крутой, пока!